Дорогие друзья, спасибо вам за ваши лайки, спасибо вам за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мой канал, и вам это интересно. Это очень мотивирует меня в моей работе. Ich danke euch für eure Likes und für eure Kommentare. Danke. Я благодарю. Danken – это благодарить. Но в немецком мы благодарим не вас, мы благодарим вам, дательный падеж. Ich danke euch für eure Likes. Für – это в этом случае за. Буквально переведем так. Я благодарю вам для вашей лайки. Когда мы обращаемся к кому-то на «ты», мы говорим «Ich danke dir». Я благодарю тебе. Ich danke dir für deine Hilfe. Я благодарю тебя за помощь, или буквально «Я благодарю тебе для твою помощь». Кстати, после предлога «für» всегда идет винительный падеж, аккузатив. А еще можно поблагодарить немножко проще. Vielen Dank für deine Hilfe. Большое спасибо. Dank – это благодарность за твою помощь.